Спортсмен из Челябинска попал в серьезную аварию во время выступления на ралли. Накануне соревнования прошли в Чехии. Машина южноуральца превратилась в груду железа. Причиной ДТП стало то, что автомобиль зацепил ограждение моста. Вот легковушка входит в поворот и цепляет ограду. Машину сильно раскручивает на трассе. На чуть левее 70, правый 3 минус, резко. После автомобиль останавливается, и экипаж покидает его. К счастью, несмотря на серьезное ДТП, все обошлось без травм. Пилотировал машину Николай Грязин, а южноуралец Ярослав Федоров был штурманом. Им пришлось сойти с дистанции.